Сейчас наткнулся на новость. Всем привет. Значит, высветилось. Кирилл, скажите, есть ли шанс, что изменится ситуация с составами шахмат? Нельзя же все время попадать на Александра при всей любви. Кирилл, скажу так. Очень сложно в мюзикле шахмата не попасть на Александра. Потому что Александров в мюзикле шахмата 7 человек, а может быть и больше. Поэтому, придя на шахматы, вы в любом случае попадете на Александра. Самое смешное, что исполнители главных ролей это Александр Казьмин, Александр Суханов, Александр Бобров. Все трое: Александр Сергеевич Казьмин, Александр Сергеевич Суханов, Александр Сергеевич Бобров. Как вам? Это вам не просто на Александр попасть. Тут как бы немного все глубже. Ну так. Александра захватывают мир, Александра захватывают театры. Ну да, у нас есть Александр Сергеевич Казьмин, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич и Кирилл Борисович у нас. А, вот, да, и Александр Сергеевич, точно, у Анастасии Стоцкой. Да, и он тоже играет, между прочим. И он тоже. Ну, Бобров, да, почти в такой же куртке, как у меня, да. Вот когда увидел, ах ты гнида, не приходи никогда в театр в этой куртке. Окей.